Всем приветики. Я хотел бы показать вам, что делать, если у вас вдруг на такой сумочке, которая на поясе висит, сломалась такая защелка. Да не только на такой, на рюкзаках такие бывают. Типа, ну вот, все же знают, такие вот защелкиваются. Здесь такие должны быть две штучки. И они так вот сюда вставляются и защелкиваются. Ты нажимаешь, и она отщелкивается. У меня одна сломалась, вот эта вот штучка. А вторую я уже сломал сам. И как бы что делать, если оно сломалось? Ну, желательно было бы, конечно, бы новую сюда. Но можно, не покупая новую, просто взять вот так вот. Правда, уже придется надевать либо через голову, либо через ноги. Ну, типа как обычное, я не знаю, как что-то такое. Как майку, например, натягивать на пояс, только до пояса дотягивать. Вот. Вставляем просто сюда, в эту штуку сверху. Протягиваем. Вставляем снизу. Тоже протягиваем. Все, мы вставили вот так вот, получается. Так. Протягиваем. Берем вот эту штуку. Открываем. Вставляем сюда. Так, это у нас правильно, это правильно. Сюда, здесь поворачиваем внутри и вставляем сюда. И в итоге эту достаем. Вот такая у нас получается штука. Все, вот тянешь, я вот крепко тяну. Главное, не, ну сильно, я просто показываю, но если сильно тянуть, оно, конечно, можно и тут сломать, но здесь уже покрепче будет, оно потолще, чем здесь. И уже все, оно уже вот тянешь. То есть можно через голову, как майку, надеть, типа как майку, и дотянуть до пояса. Ну, отрегулировать, правда. Правда, придется постоянно регулировать, типа, чтобы надеть, опустить на пояс и зажать, чтобы оно не спадало. И все, и можно носить так вот. То есть, вот сейчас надеваем свободно на пояс, потом берем вот эту штучку, вот оно, подтягиваем, когда оно уже на поясе, и выравниваем. Все, оно затянулось. Снимать в обратном порядке. Вот так. Так что... Таким вот образом можно починить, то есть без перешивания, ну потому что сюда-то можно новую одеть, а сюда вот эту ты не, хотя в принципе она же целая, ее не надо одевать, а вот эту, чтобы поменять, это надо где-то здесь расшивать, вставлять сюда, а так ничего не надо, просто вот затянул и все. Вот такой вот как бы способ восстановления поломанной сумки. Вот. Так вот выглядит. Как-то так. На этом все. Всем покедова.